Добрый день. Сегодня столкнулся с такой проблемой для аппарата Nikon 5100, который уже, ну, лет 5 в эксплуатации, не определяется карта памяти. Значит, включаем фотоаппарат, открываем и вставляем карту памяти 32 гига. Вот висит часы, и потом мигает значок, вопросительный знак, и дальше пишет: нет карты памяти. Вот такую вот ошибку выдает. Вот что с этим можно делать? Значит, во-первых, попробуем какую-нибудь другую карту памяти. Во-вторых, нужно, может быть, продуть контакты, вот, либо специальным устройством, либо посмотреть еще на самой карте памяти. Могут быть изношены вот эти вот контакты, либо она старая и нужно ее еще раз форматировать, вот, естественно, предварительно сохранив фотографии с нее. Вот, в принципе, проверить вот этот рычажок защиты от записи. Но, как правило, возможно также поломка фотоаппарата, и тогда его нужно относить в ремонт. Но прежде всего попробуйте другую карту памяти. Спасибо за внимание.